Партнер проекта ООО «Скважина-сервис». Промывка скважины колодцев, извлечение застрявших насосов. Всем привет! Это программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Всех с началом недели! Ну а мы, в свою очередь, продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные пермские дороги. Готовы? Тогда поехали! Мы находимся на пересечении улиц Сверлова и Уральская. И, видимо, постоянно будем сюда ездить, пока здесь, наконец, этот перекресток не сделают логичным и, что немаловажно, безопасным. Вот как я уже сказал, на этом участке мы были неоднократно, поскольку, вот наглядный сейчас пример, те, кто движется со стороны площади Восстания по улице Сверлова, по правилам дорожного движения здесь могут поворачивать к торговому центру «Гудвин». Но это, конечно, неудобно для других участников движения, потому что в часы пик скапливается пробка. И небезопасно, поскольку на Уральской движение очень интенсивное. Такая же ситуация для тех, кто выезжает от торгового центра. Вот, пожалуйста, чтобы поехать в сторону центра по Уральской, тут нужно еще умудриться проскочить, поскольку, как я уже сказал, движение здесь очень интенсивное. И вот на этом участке неоднократно случались аварии. Но почему-то не хотят, точнее, не спешат здесь что-то менять. Непонятно, честно, мне непонятно, почему же здесь ничего не меняется. К тому же поворачивают здесь на самом деле немногие, значит, поворот нецелесообразен. Но вот участок такой, что не дает мне покоя. Если спуститься чуть пониже, то вот еще один выезд. И здесь же нельзя поворачивать вверх на улицу Сверлова. Только направо. Все логично и безопасно. Кто же установил вот там этот знак, еще, конечно, предстоит разобраться. И мы обязательно это сделаем. Возможно, даже позовем, пригласим сюда сотрудников ГИБДД и понаблюдаем. Может быть, тогда что-то поменяется. На сегодня все. Это была программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Увидимся завтра в это же время. Хорошего всем настроения, ну и самое главное – удачи на дорогах. Пока.